работает эта штука. Всем привет, вы попали на канал Ничего себе. Ай-яй-яй-яй, кофе. Вам всем понравилось, как мы нюхаем чужие бутсы и оцениваем их по ванизму? Федор Маслов с канала Веселый Гамул и компании, главный нюхач и парфюмер. Какое-то говно. Герман Эль Классика тоже мастер, который вообще у него внутри бутс пахло лучше, чем в Ватикане. Ну и, естественно, тоже Старичелло Сипскана, который в прошлый раз выиграл. Я лидер! Теперь еще у нас два новичка. Это претендент на чемпионство Кефир. И Финита, который всегда любит критиковать, ко всему придираться. Не нюхать! Чтобы вы не ворчали, что мы повторяемся, Герман, он раньше был в новых своих копах. Теперь он пришел в бутсах, в которых он начинал карьеру. Ну, дырка, тут просто можно приблизить. Но тут... Проветриваются! Значит, эти нюхаем. Я в новых копах, которые мне сегодня привезли. Я сейчас бегал, вот ну, сколько видов. Это уже нюхал Дюбала, и теперь интересно. Дюбала. Давайте нюхать башмаки. Вы приходили с новыми бутсами, пахло гуашью, типа краской. У меня уже там я. Ну, два максимум. Мне кажется, что есть куда расти, поэтому пятерку пока поставлю. Пятера? Серьезно? Я очень хочу понюхать финиши. Здесь не поверишь, но вот я тоже пятеру влеплю. Слушай. Вонючий сегодня раунд. Мистер Семерка, что там у тебя? Ну что, моя почти желтая бутса лидера, она неизменно сегодня. Кстати, я подготовился, снимал утром в них сначала. И еще насрал туда. И поэтому здесь даже круче, чем было в прошлый раз. Но я бы дал восьмерку. Это по моим ощущениям. Короче, на пятерку пока поставлю, я не знаю просто. Федор, что изменилось у вас с прошлого занятия? Плюс, что с прошлого раза, это было неделю назад почти, я ничего не разобрал, потому что был очень занят. И просто сегодня взял эту же сумку и пошел. Потому что я не знаю, но по-моему это ну 8 минимум. Да! Раз, два, три. Ой, ёлка. Ребята, Фидос очень хорош. Фидос сегодня готов к съемкам. Блять, почему я в этом снимаю? Тут хорошо. Тут просто. Стоп, это семерка? Я, пацаны, я вот так делаю, чтобы не выходило. Слушай, я помню запах Сиба. Это реально 8. Это лучше прошлого сибовского раза. Эти бутсы выглядят как зефирка, но они не пахнут как зефирка. И чувствуется теплота. Это единица. Я считаю, что все выше четверки, если запах начинается вот отсюда. Когда еще расстояние до нас есть. Хорошо постарался, да, Никита. Твердая 5. Вот прям 5-5. Много было, конечно, разговора, как обычно. Ну и что мы видим на деле? Практически новые бутсы. Там дырки, блядь, на бутсах, посмотри. Четверку и то с натяжкой прям. Похоже, у Германа реально большие проблемы. Он не воняет. Недооценил свои бутсы. Я считаю, что прошлый победитель может проиграть в этой битве. Я ставлю четверку. Как говорится... Какая пощечина чемпиона! Пошел. Ну туда надо прям, да, прям плыть туда. Старые, возможно, давно не стиранные или много раз стиранные, уже не выветривающиеся гетры, запах которой осел по всей полости этих бутс. Ну, ребят, вот это либо 8, либо 9. Ну, 8. А я сколько поставил? 8? 8. Ну нет, то же самое. Как? Yes! Я что могу сказать про кефира? Элемент трупачка есть. В каком-то хорошем десерте. Вот как, знаешь, есть тоненькая, легкий наметок цитруса в каком-то десерте. Вот здесь есть легкий намек трупачка. Но меня сильно это не впечатляет. Мне, я бы поставил 6-7. Это 7. Блин, ну это семерка как минимум. Блядь, что-то мне плохо стало. Блядь, чем мы занимаемся? Это не самый худший еще вариант. Мне все еще кажется, что у меня достаточно неплохие. Поэтому тут семерка. А что ты морщишься-то? Тебе просто свежак. А у меня, знаешь, и мне ветерок немножко глаза подувает. Но это ванилька. Это ванилька. А можно не? Я думаю, что здесь единичка. А может быть такое, что подташивание начинает? Да. Есть. Вот у меня есть такое. Мне уже плохо. Ну, второй волной, конечно, накрывает. Но это не лидер, нет. Чуваки, возможно, блевану. 5.5 я ставлю. Мне нравится, что мы все болеем за то, чтобы мы воняли. И я, знаешь, самый чистый такой, блядь, не почему? Опять же говорю, пахнет конфетками. То есть они не вонючие, они наоборот, они пахнут. Герман недоволен собой. Герман, я не воняю. Поэтому минус 2 это еще хорошая оценка. О, просто резко ныряю. Вот оно, есть! Носочек какой, ребята! Он не уступает ни мне, ни кефиру. Я не хочу, чтобы ты уходил. Надевай обратно, я сейчас дам фидбэк. И пускай это будет 8. Это 8 твердое. О,
Нет, это 7,5 все-таки. Сниму носки. Чтобы интеграция не воняла хотя бы в этом видосе. Ну а пока вы окончательно не задохнулись от этого контента, я в середине даю вам, во-первых, отдышаться. А во-вторых, понять, что нужно чаще ходить в душ, нужно чаще ходить в прачечную. И нужно чаще заходить на сайт нашего спонсора. Потому что там чистейшие большие коэффициенты, потому что там чистейший быстрый вывод средств, потому что там множество спортивных чистых дисциплин. Все это по ссылке внизу в описании. Ну а все, отдышались, теперь пора опять нюхать. Уже родной запах. Слушай, тут, кстати, нотки пшена какого-то есть. Вот у тебя там рожь уже растет, понимаешь? Нотки тоже есть какие-то странные, но у кефира они более трупные. Поэтому на бал ниже, чем у кефира, шестерку ты получаешь. Может быть, ниже. Это 4. Это слабее, чем мое, вы извините, но мне это лично еще приятнее. Во-первых, меня тошнит, во-вторых, я не буду в третьей части, если она будет. Это 9, там, 9,5. Мужик, ты готовился сразу. Я сказал, что у Никиты пахнет вот отсюда, то у него, блядь, вот отсюда. Я сижу, у меня здесь облако, по-моему, просто. Ну реально? Если бы Герман ходил, был бы минус, а так? А так, в общем, небольшой все-таки плюсик идет, да? Один. На, один. Один. Ну, вообще, пятерочка. Ну, по моей оценке, как и у меня. Не-не-не, ну тут есть что. Не, я понимаю, почему можно говорить о конфетках. Не, подожди, он слюнки выделяет, ему нравится. Ну, Гер, ну мне кажется, даже 3. Рахат лукун какой-то. Ну это потнявка такая. Ну что это за потнявка? Это не потнявка, это какой-то идеал. Ладно, единичка. Не, пока что Федя вот из всех чемпионов наряду со мной. Это мое мнение. Это хуже, чем у кефира. Ну не так, как у меня, но кефира поставил 4. В принципе, это наравне со мной. Ладно, пятерка. Бля. Это пиздец как плохо. Вот я бы поставил 7,5, 8, но при учете, что это будет точно, это был не тот запах, который у меня в машине, вот тот, который был запах, там 12. Пошел. Оцени. Блин, какой же невозмутимый. У него вроде огромный нос, он что, вообще у него пластиковый? Какая же ты мразь. Плохие лочок. Я украл. Хуй с ним, 10. Мне запах напоминает, знаешь, был такой пластилин, запах пластилина какого-то, честно. Летем. Бал, один дам. Очень хорошо. Да. Очень, очень хорошо. Ой, ребят, от меня это 8. Будет. Блин, финич, как хорошо, что ты приехал на съемку. Это 8, да, я согласен. Какую-то нотку духов я чувствую. Какая двойка будет, не знаю. Ну реально слезы идут, я клянусь. Да я не могу больше. Ну это 8,5. Ну сегодня Федя лучше. Блять, мне мало скажешь. Не, конечно, мерзко. 6. О. Блять, 7 от меня это прям пиздец как много. 7. Блин, с каких же он энтузиазм. Ноль. Уже решили, что Федя на первом, а ты на втором. Да, Федя, поздравляем тебя с серебром. Спасибо. В общем, причем достойно, неожиданно. Ну точно, Сибыч, потому что у Сереги, опять же, это просто запах сырости. Вот как будто бы я зашел в прачечную, и там валяется постиранное белье. Очень долго валяется, конечно. А у Сипскана это вот прям вонь. Какая-то новая. Хорошо сказал. Сип сохраняет, я думаю. Да, Сип, получается, все равно получает медали. Второй выпуск подряд, это бронзовые. Вонючие, деревянные. Бронзовые медали. И кефир получает 4 место. Спасибо большое. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте вонючий лайк. Переходите на каналы ребят, которые сегодня жертвовали собой ради этого великого контента. Все ссылки внизу. Пока. 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 Штам.
Стыр,